Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. На календаре 4 июня, пятница. О том, какую погоду ждать впереди, вы узнаете прямо сейчас. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, ночью в отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, в горах плюс 1, плюс 6. Днем плюс 16, плюс 21, в горах местами до плюс 14. В Черкесске кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 градусов тепла. Далее мы расскажем о главных событиях, происходящих в жизни республики. В этом году летние оздоровительные кампании за счет средств регионального бюджета планируют охватить более 11 тысяч школьников Карачаево-Черкесии. В приоритете – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ветеран Великой Отечественной войны победил ковид. Хамида Канаматова выписали из госпиталя. Родные, да и сам пациент благодарны докторам за профессионально оказанную помощь. В Карачаевске прошел конкурс строевой песни среди учащихся образовательных учреждений городского округа. Он стал уже традиционным и проводится каждый год. За звание лучшего пионерского отряда боролись 10 отрядов. В Карачаево-Черкесии на базе Центра молодежного инновационного творчества прошел конкурс научно-исследовательских работ. И недавно подвели итоги и наградили победителей конкурса, в котором участвовали школьники, студенты и молодые ученые. Организаторы отмечают, что данное мероприятие очень сильно развивает участников и регионы, где данные проекты будут реализованы. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Как известно, Центр молодежного инновационного творчества направлен на развитие детей. На его базе работает научно-исследовательская школа, в которой студенты, молодые ученые и школьники пишут и защищают проекты. На торжественном награждении присутствовали участники, победившие в данном конкурсе. Организаторы отмечают, что он направлен на выявление талантливых людей, которые своими исследованиями и проектами смогут помочь развиваться родной республике. Очень порадовали в этом году конкурсанты. Очень много сильных заявок было. И конкурсной комиссии пришлось в этом году попотеть, чтобы выявить сильных. И тут, наверное, важно отметить, что и весь научно-творческий потенциал научно-исследовательской школы и материально-техническая база Центра молодежного инновационного творчества, она открыта для широкой аудитории. Каждый желающий может прийти, получить консультацию и получить навыки, скиллы в интересующей его области и дальше развиваться на этом поприще. Данный конкурс проводится уже на протяжении 10 лет. И за годы проведенных исследований обучение на базе научно-исследовательской школы прошло около 6 тысяч ребят из СКФО и многих субъектов Российской Федерации. Также стоит отметить, что были конкурсные работы из Венгрии, Великобритании, Германии и Турции. И каждый участник, успешный участник, добросовестный участник наших научно-образовательных проектов может получить дальнейшую научную стажировку во время прохождения научно-исследовательской школы, его летнего форума, который в этом году состоится в поселке Домбай. Каникулярное время. После торжественной части организаторы отметили, что победители данного этапа конкурса пройдут двухнедельное обучение в поселке Домбай, где они получат дополнительные знания в проектировании и научных исследованиях. Аслан Гирюгов, Вести Карачаево-Черкесия. Информационный эфир в 9:00 продолжит информационный выпуск «Вести Северный Кавказ», а затем публицистические программы. Оставайтесь с нами на канале «Россия». Театр кошек Юрия Куклачева с юбилейной программой «Зов джунглей». 7 июня. Черкесск. Дворец культуры. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Ласта-Рика. Удивительное эксклюзивное шоу с 12 июня в Кисловодском цирке. На манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2,96,58. Шоу
«Широка страна моя родная». 12 июня в День России смотрите всероссийский телемарафон. Традиции, культура, обычаи народов многонациональной России. Чем знаменательны, чем гордятся регионы родной страны? «Широка страна моя родная» – проект ВГТРК. Смотрите праздничный телемарафон 12 июня с полуночи до полуночи на платформе смотрим.ру и на телеканале «Кавказ-24». Перенестись во времени просто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа».